Много мнений и домыслов о том, насколько все же поднимется плата за детский сад. Начальник Миасского управления образования Ирина Невраева доходчиво объяснила, к какому решению предварительно перед сессией пришли народные избранники. До принятия решения о повышении родительская плата составляла 44 рубля 28 копеек в день. Мы говорим только о стоимости питания. Город доплачивал 28 рублей 1 копейку. После увеличения вот этой, значит, общая сумма составила 72 рубля 29 копеек. И если мы повышаем сейчас сумму до 88 рублей 26 копеек, то процент изменения составляет 22. 22. По просьбе депутатов мы эту сумму от 22% поделили пропорционально на что ляжет на плечи родителей и что на плечи города. И получились следующие цифры. Город должен платить 34 рубля 21 копейку в день, и родители 54 рубля 5 копеек. Таким образом, город взял на себя обязательства по дополнительной компенсации части родительской платы, и это городской казне встанет до конца года в 3 миллиона 940 тысяч рублей. Для родителей увеличение в день произошло на 9 рублей 77 копеек. Если мы, ребенок, значит, занимается в детском садике 22 дня, то 9 рублей 77 копеек мы умножаем на 22, и получается 214 рублей 94 копейки, 215 рублей. Что будет в следующем году, будет решаться уже на декабрьской сессии. Валентина Домарадская, Юрий Карпов, программа «24 МИАС».